Creative Association и свадебное агентство Scarlet Star представляют фильм Андрея Смирнова «Любовь по-карибски». Привет, я Эдуард. Друзья зовут меня просто Эд. Свободное время я ищу сокровища. Пока попадалась одна лишь ерунда. Но однажды я нашел старинный кулон. Он оказался непростым. Я попал на лодку и услышал крик о помощи. Это был женский голос. Жажда приключений звала меня вперед. Пробравшись на корабль, я встретил милых людей. Ты кто? Красавчик! Разделавшись с пиратами, я увидел прекрасную девушку. Это была та самая девушка, изображенная на кулоне. Ее звали Элиза. Мы прошли с ней на захваченном нами корабле. И решив остаться с ней навсегда, я выбросил кулон. Красавчик! В главных ролях Эдуард Кадергулов и Эльвира Гизатуллина. В один из дней в не так далеком детстве я принимал подарки от друзей, дарили все, что позволяли средства, и вскоре дом мой стал похожим на музей. Там были карты острова сокровищ, часть контрабанды, шедшей через Уругвай, пиратский флаг и кости всех морских чудовищ, а также старый, но болтливый попугай.